Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Я Елена Андреева, программа «Пространство женщины». Сегодня наша беседа посвящена раскрытию женственности. И поможет нам в этом педагог по женской славянской гимнастике Сила Берегини, специалист по обережному рукоделию, ведущая женских практик в Москве Анна Крикинина. Здравия, Анна! Добрый день, Елена. Добрый день, слушатели Славянского народного радио. Я приветствую вас всех. Анна, так расскажи, пожалуйста, вот сила Берегини, в чем же она? Что это такое? Славянская гимнастика «Сила Берегини» – это древние знания наших женщин, которые передавались из поколения в поколение давным-давно. И сейчас эти знания доступны для современной женщины и структурированы в систему 27 Берегинь, система женской славянской гимнастики «Сила Берегини». Она помогает восстановить здоровье, укрепить здоровье, да, иммунную систему, женскую систему, репродуктивную систему, а также энергетически подпитать. Также она, эта гимнастика только женская, да, и она поднимает энергетику женщины, поднимает настроение. И также, так как гимнастика связана с кармическим славянским гороскопом рода, можно через эти волшебные упражнения гимнастики проработать некоторые задачи в роду и в паре, и в своей женственности. Самое важное в гимнастике то, что она включает и проявляет самые лучшие стороны женственности. И девушки, и клиентки, которые приходят с запросом на то, что да, я превращаюсь в мужчину, энергетически, да, много работаю и так далее, мне необходимо где-то напитаться и раскрыть в себе женственность, и в этом славянская гимнастика очень помогает. То есть она работает как и энергетически, так и физически, смотря какой запрос у женщины. Анна, скажи, пожалуйста, вот я слышала такое выражение или название, можно сказать, гимнастика славянских чаровниц – это то же самое? Эти направления очень схожи. Направлений славянских гимнастик, женских славянских гимнастик, их несколько. Да? Женский славянская гимнастика чаровниц, также ее называют «Стоячая вода», ее автор Геннадий Адамович, да, мужчина в Белоруссии, он этнографические данные тоже собирал и открыл то, что есть такая гимнастика у женщин. Также одновременно в России выпустил книгу Владислав Мишалкин тоже про женскую гимнастику, но там было не 27 упражнений, как вот у Геннадия Адамовича, а 9 упражнений, но говорилось о 27. Вот. То есть имеется в виду, что несколько направлений, да, и одновременно вот 2 открылось. Здраво Макш, по-моему, у Мишалкина. Также проходит время, и со временем тоже открываются другие направления на основе Адамовича, да, этой гимнастики славянских чаровниц, также на основе других каких-то гимнастик. И женская славянская гимнастика «Сила Берегини», автор ее Ксения Силаева, здесь собраны все, как бы синтез всех женских славянских гимнастик, синтез этих всех практик, которые подстроены именно под современную женщину. Ведь на самом деле немножко сейчас поменялись роли женщины, да, вот женщина, которая несколько сотен лет назад, у нее одни были задачи и роли, и сейчас другие, как бы схожие, но немножко другие, потому что женщина более стала социально активной, и немножко приоритеты сменились чуть-чуть. Поэтому вот именно эта гимнастика, я занималась всеми гимнастиками и по Адамовичу, вот, да, и вот по другим, какие есть, и остановилась на «Сила Берегини», стала инструктором, потому что она мне откликнулась больше. Здесь собрана и структурирована она не только в упражнениях, но и в символах, и в настройках, и в заговорах славянских, да, то есть по-современному это аффирмации, и как-то легла мне в душу, и работает так же отлично, хорошо, как и другие гимнастики. Хорошо. Ну, давай тогда, ты сказала, что ориентирована эта гимнастика на современных женщин. Да, да. У современных женщин часто бывают вот такие ситуации. Мужчина отказывается выполнять свои мужские обязанности по
обеспечению угу. достатка в семье, то есть зарабатывать деньги, ложиться на диванчик. Женщине приходится строить карьеру, занимать позицию мужчин, просто говоря, да? Вот чем здесь помогает гимнастика ваша? Что можете порекомендовать угу. здесь в этой ситуации женщинам вы? Ну, естественно, первым делом, если такой есть запрос, я всегда спрашиваю дату рождения, да, и рассчитываю индивидуальные комплексы и смотрю по гороскопу их совместимости, да, советую какие-то вещи. Но прежде всего одна из главных задач и функций женщины – это эмоционально поддерживать мужчину. И неважно, там, кто вы по гороскопу и там, по какой вы, в каком вы дому астрологическом родились, так скажем, все равно, напитавшись энергией женщины, да, наполненная энергией женщины, она всегда может поддержать мужчину. Также могу сказать вот в этой ситуации, что иногда бывает не хватает мотивации мужчине, потому что женщина заняла активную позицию, начала там зарабатывать или что-то еще делать, и мужчины нет мотивации, ну для чего вообще это делать ему, для чего брать на себя какую-то ответственность, какие-то обязанности, если в принципе все делает женщина. Ну, нужно, естественно, смотивировать мужчину. Самая главная мотивация – это самомотивация. То есть создать такие условия, да, женщина должна, в которых мужчина сам начнет мотивироваться. Конечно, гимнастика помогает выстроить и посмотреть на кармические такие задачи и совместимости, на что повлиять лучше, на что обратить внимание, как подойти к этому человеку, как объяснить, ну, да, через гороскоп. И смотря на гороскоп, связан так как с движениями и с упражнениями, за счет упражнений можно активировать эту энергию, да, и стать более там женственной, более мудрее, и появятся вокруг возможности или какие-то люди и какие-то подсказки, которые начинает считывать женщина интуитивно, и ее отношения выстраиваются. Вот, это если через гимнастику. Также нужно заметить то, что женщина чаще всего не умеет просить или доносить информацию до мужчины. То есть нужно вообще понять, что мужчина — это не телепат. Даже какие-то подсказки, они, ну, 99% они, ну, не понимают. Это потому что мужчины, им нужно четко, конкретно, понятно. Поэтому нужно научиться их просить. А просить нужно мягко, не приказывая. Потому что когда мужчине говоришь, что он должен или обязан, это его начинает эго, да, вот у мужчин же оно такое хорошо развитое эго, да, начинает, естественно, ему где-то свербить, ему где-то становится неприятно, чем это я обязан, поэтому нужно мягко и мудро суметь это объяснить ему. Через что объяснить или как донести, это вообще проявлять мужчине необходимо заботу, любовь, нежность, какое-то подчинение, но, естественно, подчинение, согласиться с их мнением имеется в виду, да, не то, что я там подчинилась и все, ну, опять же, иногда тоже это требуется в каких-то вопросах или моментах, быть более такой, более мудрой, более иногда где-то хитрой, так скажем. Я понимаю, что сама гимнастика, раз ты рассказала, что вот она гармонизирует, раскрывает, она сама уже дает возможность женщине стать мягче, нежнее, да, и встать в позицию спокойную, да, позицию, да, за мужа. Да, да, да. Передать руководящую роль. Да, помогает, если женщина начинает пользоваться возможностями, которые, потому что вот она сделает там комплекс или неделю позанимается, иногда раз, ничего вроде не происходит, ну, я успокоилась. И опять же, нужно замечать вокруг, иногда какие-то возможности или какие-то события начинают происходить, складываться таким образом, что мужчина встал и захотел пойти и работать, да? Вот. Волшебство происходит. Волшебство, да, происходит таким образом. Такое бывает реально у клиенток. И еще что мотивирует мужчин, это самое главное, вот они когда что-то приносят домой, да, добычу какую-то, или какой-то подвиг они сделали, пришли, там, даже подвиг, там, ну, бывает такое, подвиг купить домой продукты, иногда у некоторых тоже подвиг, не нужно говорить, о, наконец-то, нужно максимально поблагодарить или проявить эмоцию, очень такую эмоцию, которую бы он как бы с радостью принял,
То есть сделать взаимообмен, вот купи, обрадоваться, то есть, ну, ты мой добытчик, как классно, или что-то вкусное ты принес, купил. Даже если это вам не нравится, нужно, я всегда говорю девочкам, ну, будьте умнее, будьте актрисами, вы начнете актрисничать, а потом оно все настолько выстроится, что вам, как бы, сложится волшебство. На самом деле все это психологически. Искренне, но мужчина же всегда чувствует, когда это искренне, да. Когда это наигранно. Поэтому... Ну, все, естественно, нужно находить, даже в, как это, во тьме найти свет, да, нужно даже вот в том, что вам не нравится, то, что он там принес вам, купил, все равно найти какие-то положительные стороны, он вообще что-то сделал и принес, и купил. Но опять же, не нужно быть удобной женщиной, то есть, которая только хорошая говорит, но не доносит и какие-то свои мнения, да, какой-то, может быть, накопленные эмоции или негатив, да, иногда нужно тоже его проявлять, потому что есть такое определение удобной женщины, или некоторых ведических женщин так называют удобная женщина, когда женщина только принимает, а то есть она становится настолько вроде бы как сладкой, что становится рядом с ней очень приторно, и он начинает либо относиться не очень приятно к ней, да, либо уходит просто от нее. И что это говорит, что доказано, да, в статистике 70% хорошего в отношениях должен быть, положительных эмоций это 70% вот этого хорошего принятия, там, ладывания и так далее, да, а 30% должны быть какие-то эмоции, да, ну, негативные, как бы это неприятно не звучало, но негативные эмоции, они должны быть, то есть даже какая-то иногда претензия, сказанная, ну, адекватно, естественно, или какая-то просьба, после которой может назреть конфликт, это тоже трансформация и тоже новый уровень отношений начинается. Поэтому и нужно не путать, да, 30% должна быть вот эта эмоция какая-то, там, может быть, какая-то ссора, может быть, ну, какие-то вот такие вот вещи, которые могут происходить, споры. 30% это должно быть в отношениях. Иначе, когда все хорошо, мужчина начинает эти эмоции искать на стороне. Либо в отношениях там, с мамой, сестрой, либо, ну, там, с другими женщинами, так скажем. Ну, а может быть, просто поощряя мужчину, делая для него благие дела, поступки, женщине нужно помнить еще просто о своем собственном, да, женском, да, достоинстве, да, и не позволять каких-то уничижающих себя, угу, поступков. Да, да. Если что-то не нравится, нужно сказать. Даже если человек обидится, он услышит от вас, что это не нравится вам. И опять же, не путать эти 30% и 70% наоборот. Вот в этом заключается, да, такая мудрость. И этот баланс сложно удержать, но это возможно. Ань, скажи, пожалуйста, ты замужем? Да, я замужем. А как у тебя вот такие вот конфликтные ситуации какие-то бывают вообще? Конечно, решаются? Конфликтные бывают ситуации, и все это быстро как-то у нас решается, потому что, наверное, я в какой-то момент поняла, что не нужно постоянно эмоционально проявлять все, иногда нужно принимать, иногда лишний раз промолчать, иногда реально подчиниться, согласиться, потому что если вы сейчас согласились, не значит, что это произойдет прям вот сейчас, и прям вот именно только так, как мужчина сказал. Главное иногда просто согласиться, да, ты прав. И когда вот это вот принятие мужского мнения, мужчина чувствует, что он мужчина перед вами, и он уже хочет что-то для вас совершать. И главное благодарить за вот те совершенные действия, за его подвиги. Для него это подвиг, что-то сделать даже маленькое, то, что он не делал. И вот это вот благодарение или вот эти вот эмоции по-детски выражены. Ой, как классно, ой, я тебя люблю, да ты у меня такой рыцарь или богатырь, или, ну, какие-то слова, которые его вдохновляют говорить. Почему бы и нет? Это на самом деле улучшает отношения, взаимоотношения. Современным женщинам нужно учиться вдохновлять своих, да, мужчин. Да, и вдохновлять, даже... и хвалить, но и как бы, ну, знать меру всему, естественно. Используя самый простой способ психологии, метод, да, поощрения. Да, да, да.
Вот. И возвращаясь опять же, раз мы ведем беседу о современных женщинах, потому что как было у наших предков, да, как было написано и передано через наших предков, через знания, которые мы получили, там все было ясно и понятно. Вот современная женщина очень часто имеет способность уходить в карьеру. Угу. И за поиском карьеры, должностей, денег, угу, забывает о том самом важном, о рождении, построении, создании отношений в паре. И поэтому очень многие успешные женщины, деловые, к сожалению, ну, им трудно найти свою половинку, угу, своего мужчину. Вот какие рецепты есть у вас? Вообще, одиночества. Чаще всего вот этот момент зарабатывания денег, или когда женщина начинает больше зарабатывать, или просто активистка такая, я сама, это момент того, что ей не хватает, или она не чувствует безопасность, не чувствует надежность, да, в завтрашнем дне. Поэтому нужно вообще понять, если вот в паре, нужно понять или спросить мужчине у женщины, что ей не хватает. Может быть, ей на самом деле не хватает общения с подругами, или не хватает признания, или, допустим, она настолько так засиделась, готовив обед, ужин, завтрак, стирая и делая все по дому, что от бессилия, просто от бессилия, уже ничего не может поделать, лишь бы убежать из дома, да, уйти в карьеру. То есть нужно, естественно, найти этот баланс и поговорить. В паре нужно разговаривать. Чем вы больше задаете вопросы даже женщине, для чего тебе эта работа? Может быть, он готов обеспечить, а она не знает, что он готов ей обеспечить, и заплатить ее кредиты или ее какие-то другие обязательства. Поэтому она бежит и работает. То есть, да, тут такой момент. Для чего она это делает? Почему она убегает в работу? Семья вообще строится на умении слышать собеседника. То есть здоровое общение – это когда супруги открыто говорят о своих потребностях. И, естественно, признают потребности другого, даже если они их не разделяют. То есть это тоже очень-очень важно. Потому что она, может быть, хочет этой карьеры, но вот ей надо быть первой там. Нужно тогда договориться, в какое время там она приходит домой. Или, ну, вот все равно нужно суметь договариваться и уважать другие интересы. Потому что чаще всего это все-таки у женщины скорее всего, безопасности, надежности, не хватает. Или боязнь стать кухаркой вечной. Потому что на самом деле нужно стать берегиней, совмещая все, а не кухаркой, которая будет сидеть дома. Конечно, многим это нравится. У многих именно предназначение быть дома, заниматься детьми и всю жизнь, да, этим заниматься, и от этого они получают удовольствие. Но чаще всего женщины начинают просто затухать, и им нужно напитываться этой энергией в социуме. Если тогда не на работе, если там мужчина против работы, тогда где-то с подругами или ходить на женские практики, где-то напитываться этой энергией. Должен быть источник, откуда она будет напитываться этой энергией, если она не может все-таки дома как-то... Любимое её, дело, да, ты имеешь в виду. Да, да. Иногда бывает хобби какое-то, необходимо заняться хобби, любимым делом. Это любимое дело, оно бывает, становится и карьерой. То есть что-то должно быть, чтобы она напитывалась энергией, и понять, почему она уходит все-таки в карьеру. Услышать ее. Все понятно. А если и нет возможности, и не знают, где найти эту пару, и как прийти к ней, если женщина уже набрала в себе, угу, столько мужских, угу, качеств и черт, да, что она, ну, не видит просто себе мужчину равного, или вот до такой степени она стала сильной, что там просто плющит всех мужчин, угу, напропалую. Вот. Где, как понять и где эту пару себе найти? Какие рецепты у вас есть? Как я всегда говорю, если вы хотите создать пару, вы создайте уже ее, да? То есть общайтесь. Вот ходите в людных... Потому что очень часто женщины, они работа-дом, но нужно
необходимо вообще куда-то ходить. И не только на работу, а в какие-то другие места, в театры и так далее. Ну, где вообще некоторые психологи советуют ходить там, где больше мужчин. Ну, иногда бывает и работа тоже, или какие-то отделы, допустим, где много мужчин. Ищите комфортного по душе человека или собеседника, да, противоположного пола, чтобы вообще создать пару. Необходимо просто женщине ходить и наслаждаться жизнью, не бежать. То есть многие женщины привыкли, как белка в колесе. Пошла с утра в бассейн, йога, работа. После бассейна снова какая-то тренировка или какие-нибудь семинары. Да? Нужно прекратить бежать и мчаться куда-то просто однажды. Да? Взять, если вы, да, понимаете, что вы на таком мужском пути, взять... успокоиться, остановиться и делать все настолько медленно, наслаждаясь каждым своим движением. И тогда вот мужчина именно на это притягивается, на спокойствие, на такую... Это не значит, что стать пассивной, да, и такой амебой. Нет, это говорит о том, что стать более плавной, не бежать. Хотя бы чуть-чуть в два раза сбавить, да, свой темп или в полтора, насколько это возможно. И главная задача женщины идти и принимать дары, так скажем, да, получать изобилие. А это мужчина должен брать и создавать семью, искать. То есть он хищник, он добытчик. Поэтому вас всегда заметят, если вы будете наслаждаться, наслаждаться природой, наслаждаться воздухом, который в какой-то части Москвы, допустим, чище, да, и вкуснее пахнет, а в какой-то, ну, вот как-то не очень. Но наслаждаться. Наслаждаться бабочками, которые летают вокруг, весной, которая пришла и так далее. То есть вот чтобы женщине начать создавать пару, нужно научиться получать удовольствие просто от всего происходящего и от людей. Вот. А есть какие-то рецепты или методики именно в гимнастике или ритуалы какие-то, которые помогают привлечь эту пару? Можно делать комплексы упражнений, специально подбирать для того, для поиска второй половинки. Но самое важное – это делать свой индивидуальный комплекс или ходить на групповые занятия, потому что где женщины, там, ну, чем больше женщин, тем больше энергии, да, и тем больше, нежели ты одна практикуешь, ты пришла, напиталась этой групповой энергией и стала намного вкуснее. Также можно ориентироваться на гороскоп рода. Если кто-то понравился, вы там знаете дату рождения, можно посчитать его и посмотреть, насколько вы совместимы. Но на самом деле я могу сказать, что несовместимых людей не существует. Ну, как бы нет такого понятия для меня, потому что каждый человек – это наш учитель. И нужно найти только божественный смысл этих отношений, чему они учат, или ну, с этим человеком, или общение, чему учат, если даже он является раздражителем, да, этот человек – мужчина или женщина. Потому что существуют кармические отношения, это момент развития или подавления, да? Выход за зону комфорта. Опять же, выход за зону комфорта – это уже рост. То есть все, ну, либо мы трансформируемся, растем с человеком, но если мы понимаем, что мы ломаемся, это уже, да, уже некомфортно. Нужно думать и двигаться, что делать дальше, да, и смотреть, чему учат. Даже если иногда, ну, я не понимаю, чему учат, а чему учится твоя душа в этих отношениях. Нужно все равно вот как бы докопаться до истины. Гороскоп, да, в этом помогает. Помогает в том, как суметь донести до человека информацию правильно, как суметь к нему подойти, чтобы он тебя услышал, потому что у каждого проявление и принятие, и понятие любви, оно разное. Кто-то только через деньги, через подарки понимает, да, что вот это любовь, да, он меня любит, если деньги дарит, или там она там подарки дарит мне, значит, она любит меня. Кто-то, наоборот, только через слова, вот льют там на уши лапшу вешают, так скажем, а все, ну, сердце открывается. Вроде бы такую ерунду думаешь, да, девочки говорят, а она прям все влюбилась. То есть у каждого свое такое понятие, и нужно понять, что любовь у каждого по-разному она проявляется и выстраивается. Поэтому некоторые души, которые сюда наши, да, все души приходят, и они, как говорят, что договариваются где-то там, для чего они встретятся здесь и что они проживут и проработают. Поэтому слушайте свое сердце. Да, сердце слушайте свое.
И не зацикливайтесь, не думайте, что все вокруг плохо. Просто если у вас какие-то неудачные отношения, значит, нужно понять, для чего они вам были даны. Потому что очень часто винят мужчин или мужчины женщин, или женщины мужчин, но они не понимают, что после этой встречи у них такие произошли инсайты и изменения. Они встали на свой путь истинный, нашли предназначение, начали чем-то увлекаться, заниматься или нашли свое хобби, да, вот как бы... Смысл-то был этой встречи. Иногда люди встречаются для того, чтобы провести сюда человека, да, ну, родить ребенка. Вот встретились, забеременела женщина, они, ну, не могут жить вместе, разошлись, да. Их встреча была для того, чтобы они эту душу провели сюда. То есть... Анна, мы сегодня очень много говорили о женщинах. Ну, тема, собственно говоря, озвучена действительно больше для женщин. Но чтобы все-таки нашим слушателям, мужчинам не было обидно, расскажи, пожалуйста, о рецептах для наших мужчин, которые помогут раскрывать им женственность их женщин в паре. Есть такие? Ну да, конечно. Вообще я бы советовала... Мужчинам, такие мужчинам же нужно четко, конкретно, да, что-то так вот, чтобы понятно было. Давно доказано даже психологами, вот скрупулезно собирались данные, я вот это изучала, чтобы сохранить отношения на долгие годы, да, и чтобы вот, сохранить отношения, чтобы женщине дать возможность проявлять свои женские качества, и мужчине, да, мужские, нужно... Да, использовать некоторые эффективные такие методы общения между собой. То есть, как минимум, хотя бы 2 минуты в день с утра рассказывать друг другу о планах. То есть мужчине, женщина может тараторить и говорить что-то там мужчине вслед, да, но мужчине тоже необходимо это делать. Неважно, что там тут кофе разлилось, там дети кричат или что-то другое отвлекает, но 2 минуты в день, это вот, да, минимум такие по исследованиям, говорят о том, что необходимо делиться нашими планами, да, ну вот я сегодня стану героем, там, у меня сегодня планерка, да, или запланированные встречи, такие-таки 2 минуты всего лишь уделить, рассказать это женщины, ну и опять же тут и спросить, а какие у тебя планы на сегодня, и это будет приятно тоже, то есть и женщины начнет раскрываться сердце тем самым. Ну и опять же можно начать, если женщины меня сейчас слышат, и женщине с этого, если ваш мужчина это не делает, начните тоже так применять эти методы, да. Следующее, нужно не забывать во время ужина или обеда, если вы вместе, да, ну, чаще всего, если это 5-дневная рабочая неделя, ну, мы ужинаем вместе по вечерам. И во время ужина не забывайте выключить телевизор. А сейчас у нас это гаджеты, да, убрать прям далеко или на беззвука сделать. Это время, ну, минут 20-30. По вечерам 20 минут в день хватает, как доказано, да, психологами, и я просто эти методы тоже применяю в своей жизни, и это реально все работает, поэтому я вот от души советую 20 минут просто кушать вдвоем, ужинать вместе без отвлечения на вот эти вот гаджеты все. Также каждый день... друг над другом находить, чем восхититься друг в друге. И 5 минут на это хватит вообще поза глаза. Ну, можно и больше, естественно. Тут 5 минут в день, 7 дней в неделю, это 35 минут в неделю. Найти любой повод. Может быть, это волосы красивые, или наоборот, гладко выбритый такой, да, прекрасный ты у меня. Или ты, у тебя такие красивые колготки, или у тебя такой прекрасный маникюр. Ну вот хоть что-то. Даже если вы совсем недовольны, вы все равно... Ведь почему-то живете с этой женщиной, потому что она, может быть, вкусно готовит или прекрасно фильтрует воду, ну, что-то еще. То есть вот такой момент обязательно хвалить, восхищаться своей женщиной. Ну и также женщина должна восхищаться своим мужчиной. И, естественно, такой самый главный и важный – это телесный контакт. То есть обнять, погладить, поцеловать тоже так же 5 минут в день, как минимум. Да, это 35 минут в неделю. То есть просто прикоснуться, пообниматься – 5 минут. Это у всех,
это реально, может быть, подержаться за руку или повысить демографию, насладиться, да, потому что тело наше говорит то, что мое тело радуется твоему телу. Вот эти прикосновения, если физически считывать, это считывается так, тело мое радуется твоему телу. И если вот все эти, это время сложить, то, что я говорила, получится, это всего лишь по минимуму 3 часа в неделю нужно уделять, да, человеку, вот, начиная с 2 минут в день, да, и заканчивать прикосновением. Это где-то 3 часа в неделю. И это достаточно, чтобы прикоснуться к женственности, раскрыть эту женственность в девушке и вообще раскрыть отношения, чтобы было дальше какие-то совместные планы, поездки, мечтать о чем-то. И, естественно, также не забывать о еженедельных каких-то свиданиях наедине друг с другом. Выходить за пределы дома. Не дома сидеть, там кино смотреть, а вышли и сделали вместе то, что обоим нравится. Может быть, это, да, в кино сходить или сходить на какие-то другие занятия, может быть, вместе тренинг сходить, ну, то, что нравится, я не знаю. На славянские хороводы. На славянские хороводы, на какие-то вечерки, все, что можно сделать вдвоем, только вдвоем, исключая детей, ну, вот без детей, просто пошли и насладились. Но хороводы, кстати, позволяют и всей семье. Да, позволяют, но именно здесь тот момент, желательно вдвоем, потому что дети, да, они же перетягивают внимание на себя, это нормально как бы для детей, это же дети наши, поэтому вот такие вот, мне кажется, они очень действенные, они работают, спасают очень много отношений, если вы начнете вот как-то хотя бы действовать по этим рецептам. Замечательные рецепты, хорошо. Я рада, что понравилось. Анна, в завершении нашей программы еще что-то хочешь добавить для слушателей? Угу. Я бы хотела сказать, что женщина берет энергию отовсюду. То есть огромную силу ей дает род, естественно, да, почитание рода, уважение своих родителей, родителей мужчины, естественно, если вы живете вместе и, ну, женаты, да, то есть сохранение каких-то семейных традиций, огромную силу ей дает род. И женщина может получать энергию, даже посмотрев на солнце, да, улыбнуться, съесть что-то сладкое, она уже получила энергию, да, и эту энергию может передавать мужчине и вдохновлять его. А мужчина берет энергию от Бога либо от женщины. И очень здорово, когда мужчине встречается на пути такая женщина, или ваша женщина становится такой. То есть нужно помочь ей раскрыться, если вы понимаете, что, ну, меня тянет больше там к маме пообщаться, поговорить, или там к сестре, либо еще куда-то, там, даже с секретаршей пообщаться или на работе с кем-то. То есть, да, оттуда энергию иногда мужчины берут. Но, опять же, нужно либо встретить, либо взрастить в своей женщине вот ее берегиню вот эту, да, чтобы она стала берегиней. Ведь она будет давать вот этот вот поток, и через этот поток берегини, да, вот этой вот берегини, которая она становится своей берегиней семьи, берегиня рода, становится лучше и благосостояние, и карьера мужчины, да, и он становится, знает, чего он хочет, как добиваться. Поэтому нужно друг друга уважать, друг друга любить и давать тоже самореализовываться. Не говорить женщине, что ты должна то-то, то-то, ну и мужчине также, ты должен то-то, то-то, а уметь разговаривать и договариваться. Поэтому мужчинам желаю, чтобы с ним рядом была всегда берегиня, да, или, может быть, она есть у вас, то это здорово. А женщинам стать берегиней, стать вот этим вот потоком, от которого мужчины будут получать то, что они хотят, и даже более. Скажи, пожалуйста, нашим слушателям, где они смогут информацию более подробно о вашей гимнастике найти? У меня есть в социальных сетях странички ВКонтакте, Фейсбуке, в Инстаграм. Вы можете найти просто по поиску Анна Крикнина. И на моей странице всегда есть расписание практик, которых я провожу. В разных центрах провожу свои практики. Также
Вы можете отправлять своих женщин, если мужчины слушают меня, пусть они улучшат свое настроение, как минимум, да, улучшится настроение, поднимется энергетика, и я вас всех жду, всех с первыми днями весны, со всеми праздниками, и была рада пообщаться с Еленой, со слушателями. Спасибо, Анна. Напомню, что сегодня тема нашей беседы была посвящена раскрытию женственности. Собеседница моя Анна Крекнина, педагог по женской славянской гимнастике «Сила Берегини», специалист по бережному рукоделию и ведущая женских практик в Москве. С вами была Елена Андреева, программа «Пространство женщины». Мира и добра вам! Занимайтесь практиками, раскрывайте свою женственность, свою мужественность, свою суть. Но помните о том, что самое главное – это нужно любить и беречь друг друга. И самое главное – быть искренним в этом. И помнить о том, что передали нам в традициях предки наши. Любите и будьте любимы. Добра и мира вам и вашему дому.